Вот такое доброе утро. Ну-ка еще повтори. Ну бросим. Вот, вот. Еще. А. Угу. Ага. Вот. Все, все. Что у нас тут сегодня? Тыдых. Тихо, корзинка. Эй. Все, иди. Эти к выходу приготовились. А корова тут подглядывает. Тебе бы тоже бы побегать, погулять, да, мил? А? Пошлите. А тут бои какие-то. Во, козы, молодцы, ага. Дверь закрылась у нас, Дин. Сейчас столпятся тут. Отстань. Открывай давай. Играется. Молодец, загнала. Ага, молодец. Вот так их загнала на место, да? Молодец. Все, ребята, вот тоже целая кормушка. Ешьте. Ешьте. Я пошла в сарай. А, это Тунис, козла, я думала, козочку маленькую, хотя сказать, ты что делаешь-то? Угу, давай, контролируй здесь. Это козел светлый, маленький. И Тунис его. Угу, теперь все сюда сбиваются, вот посмотрите, оттуда. Вот прям уж вообще в кучу. Ладно, пошла. Здесь творится. Я коз выгнала. Ходила там всякими делами.
Захожу, не пойму, кто здесь возюкается. Вы представляете, эти две дуры как стояли, дрались. Посмотрите, прошло полчаса, наверное, прошло, эти дрались так. Иди! Пошла! Глянь. Ну-ка, пошли быстро! Надо такими быть, а? Уже все ушли давно, иди! Это ж надо вообще, а? Памела! Это не смог. Иди! Все, Дина, не надо, Дина. Вот так по морде получила лапой. Нет, Дина, фу-фу-фу. Нельзя, нельзя. Я ругаюсь, и она ругается. Нельзя. Нельзя. Нет. Дина. Вы представляете, сколько времени прошло? Я захожу в гараж. Фу, гараж, господи. Дина, фу. Нельзя прям слиться. Нельзя. Все. Не пойму, кто возюкается. Думаю, собаки, может, какие забежали. Представляете, сколько времени прошло, эти все дерутся. Иди. Надо ж так, а я говорю, что-то по кормушке мало-то вообще коз. Думаю, где они? По кормушке, думаю, мало коз. Где они? А? Ну что, и одна вон на. Все, расцепились. И помыл-то, а? Помыл. Ну что, ну что? Дин. Вот так. Вот так она, Дина. Дина молодец. Только не ругайся на коз сильно, поняла? Ты должна просто помогать, не ругаться на них. Ругаться я сама умею. Вот так вот, поняла? Дина. 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 Вы видели таких толкушек, а? Помылка. И это помылка моя. Тихушка, тихонько. Такая добрая. И опять она к ней. Помылка. Это надо так, не переставая. Я зашла, они там дрались, стояли. Долбились. Вот и видите, и хорошо, что обезроженные. Чего на них такой бзик напал, не знаю. Некоторые ругаются. Некоторые ругаются. Ну ладно, когда просто кто-то там с дивана зашел, да, и посмотрел. А когда животноводы и начинают, да что ты делаешь? Ну, понимаете, в каких все выражениях, тогда обезроживают. Конечно, странно. И вы видите, долбились, долбились, да я зашла, они там все дрались. Когда они начали, я не знаю. Я пока ходила, представляете, я сюда пришла. Что-то я тут еще пока поделала. Ходила, да, здесь. Потом пошла туда вообще. Пока впритык к ним не подошла, потому что я же знаю, они если убегают, то они толпой обязательно убегают. Это до какой степени они рассердились, разозлились друг на друга, что даже все стадо ушло, они видели, что они уходят. А они уходят-то поесть стадо. Их там не оставишь. Если одну козу как-то каким-то образом оставишь, она там крик поднимет, она будет кричать. А эти, представляете, все понимают, что все козы ушли сюда, на выгул. Видели, как мои козы сюда бегут, как они, ну, всегда. Там их не оставишь, и они там будут стоять, орать в сарае. До какой степени они разослились, уже зашли вот это вот в такое состояние. И видите, я их разнимала. И вообще ни в какую пока пришлось бить. Ну не идут, и все, бодаются и бодаются. И теперь представьте, если были врага. Помылка, она занинская, она камола. А вот эта, которая смесь... Ой, так метет сегодня, аж это, снег вон. Да, и ветер холодный, похолодание должно быть. А эта смесь нубийская, она, естественно, обезроженная. И вот, представляете, беременные. Сколько они там, часа полтора они там мутузятся. И если были бы рогатые. Это хорошо, пока они у меня не такие, не задиристые козы. То есть это нормальные козы, это не боевые, не задиристые, а есть...
вообще какие-то дурацкие, да? Нет, это хорошие, спокойные, ну, нормальные козочки. И вот представляешь, что на них нашло, и вот они, лбами. А у них же, когда начинаются, когда она особенно рогатая, она не может не пользоваться рогами. Они поддевают ими, именно под живот их поддевают. Вот и представьте, что было бы. Вот так вот. Ну, надо так. Прям разозлились, как они. Ну что, и посмотрите, вон они опять стоят, бодаются. Не бодаются, а дерутся. Вы видите? И обе беременные через месяц рожать. Вот что так они друг на друга обиделись-то сегодня, а? Смотрите. Что такое сегодня? Как их еще? Миша стоит вон, регулировала. Регулирует. Тут сейчас еще подключаются. Помела, ладно, с боками. А эта стоит худая. Есть надо. А они стоят, бодаются вообще. Ну, видите, слава богу, вот так вот не на смерть. Ой, козы. Пойду, ладно, корову. Ну, кормить, не кормить, там у нее целая кормушка лежит, но надо курам. И корове водички подлить. Шейку так любим чесать, да? Шейку любим чесать, да? Вот прям балдеем, да, Мил? Мила. Нет, у тебя кормушка есть, комбикорм тебе давали, кабачков тебе давались. Сейчас не буду давать. Ну что? Ну вот как мимо пройти, а? Ну вот как мимо пройти этой коровы? На. Здесь просто овес, дробленое какое-то еще зерно. И куриный комбикорм. Ну, комбикорм ей вечером всегда даем, прям так хорошо даем. Поэтому сейчас... На, Мил. Мила. На. На, Мил. Пошла к курам. Яйца по карману распихала. Быстрее домой нужно. Все, Милка, пока. А кабачок днем. Кабачок тебе днем, и не мотай мне тут своей головой, поняла? Все, пошла. Ой. Ой-ой-ой. Это так с крыши задуло или снег идет, не пойму. Нет, с крыши ветер. Ветер такой, как прям метелью начинается. У нас еще такого не было. В этом году. Да. И ветер прям вот такими вот выкрутасами. Надо Динку искать.
индюшиной. В индюшином противне. Иди домой. Иди домой, давай. На. Помакала в жиру в этом. У Рафаэля по технологии фруктовый завтрак надо сфотографировать. Фруктовый завтрак, да, только давай еще, знаешь, как сделаем? Вот так, давай, для красоты. Орехи? Это считается как фрукты? Ну нет, это орехи, ну как бы да. С фруктами же это хорошо. Да, не надо. Просто это же фруктовый должен быть обязательно. Ну что, это тоже полезно. Все? Будем фотографировать? Вообще дожили по технологии задания, да? И шашлычок надо делать завтра. И шашлычок потом там из какой-то колбасы. Что-то тоже у них новогодняя тема пошла. Там было написано, что мед здесь не нужен. Из чего-то другого делать. Угу.